27-28 марта стартует четвертый сезон конкурса «Большая перемена». Он пройдет в образовательном центре «Сириус». Помимо российских школьников, в конкурсе смогут участвовать дети из других государств. Мероприятие пройдет в формате двухдневного марафона с участием победителей трех предыдущих сезонов конкурса и педагогов-наставников. Образовательная программа марафона включает мотивационные сессии, дискуссии и мастер-классы по 12 направлениям конкурса. Победители, учащиеся средней школы, отправятся на поезде в путешествие мечты от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ребята из 8-9 классов, а также студенты младших курсов колледжей получат по 200 тысяч рублей, а старшеклассники и студенты-выпускники колледжей по 1 миллиону рублей на образование и запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. «Большая перемена» — самый масштабный проект для учащихся с 5 по 10 класс. В 2022 году к нему присоединилось почти 4 миллиона школьников, студентов и педагогов. Регистрация участников открывается 28 марта на платформе «Большая перемена онлайн». Трансляция марафона будет доступна в сообществе «Большая перемена» во ВКонтакте с 27 по 28 марта.